сербской премьер-лиги встречаются команды Абдышата. Город Кант она у себя дома принимает чуйскую команду «Талант». Ну, отметим, что турнирные атак «Принц Коблах», 55-й номер, 5-й номер Адилет Халспеков, 7-й Сулейман Джумабеков, 8-й Орлен Жена, Ислам Амиджит, Ислам Амиджит на вес штрафную, Узденов! Ой-ой-ой, Узденов хотел сказать, это у нас... Не Узденов, это Батырханов. И тут в атаку пас налево на Батырханова. Отличный диагональный пас. А Батырханов ускоряется. Батырханов смещается. Пробил. Немножко не хватило ему пробить. Снова отбор. Неразбериха. Батырханов. Принц Коблах получает. Батырханов. Отдает пас на Изакова. На вес штрафную. Удар. Ох, как все закрутил. Нордес забивает третий мяч в параллельном матче. Пас на Джумашева, Тай на левый фланг, пробил! Надежно играет Прим, Батырханов на фланге. Отыгрывает назад на Ташива, Камалетдин сам идет на рывке, на скорости, Камалетдин! Йоооо! Видно сыграл, ну молодцом Камалетдин. Очень-очень хороший эпизод мы с вами наблюдали. Был пас на Камалетдина, Камалетдин сам решил не отдавать пас, сам набегал, на скорости убежал. Прям, как говорится, забежал в штрафную и провел дальний нижний угол. Меджитов отдает пас на Джумашева, Джумашев. Одна из последних атак. Джумашев смещается, бьет! Ой, какой удар! Джазыбай Абдукаюмова, Джазыбай. Очень техничный. Так, замудрил Джазыбай. Прострел низом. И Акималиев на месте. Не совсем опасный. Нет, это Джазыбай. Удар. Нет, не совсем точно. С мячом Талант все так же. Арлен Бексулов. И опасно. Право на Джумашева. Тай Джумашев на правом фланге. Как он любит. Так. Пытается сейчас обыграть защитника. Пас в центр. Нужно пробить. Узденов. Удар! Опасно! Подключается Узденов на правом фланге. Меджитов есть. Меджитов. Рядом Джумашев. Джумашев смещается в центр. Сам идет. Сможет ли пробить? Что же творится? Меджитов. Удар! Молодцом Принц Коблах. Так, Джумашев обыграл. Смещается, пробить сложно. Узденов, удар. И... Батыр... Данила Закрещенко, длинная передача из глубины на Атай. Джумашев, Атай, Джумашев. Рядом Джабаев, так, Атай. И штанга спасает. Принц Коблах сначала отразил. Пас направо. Кельдбеков на вес штрафную. Джазуваев, удар. Ух, как неплохо. На вес штрафную. Борьба на втором этаже. Принц Коблах на месте. Есть свой принц вообще в кыргызском футболе. Это Дэниел Армандо Тего. Так, Атай Джумашев. Прострел. Никого нет. Нужно бить. Удар! Так, еще одна попытка. Так, атака продолжается. Удар! Снова удар. Ой-ой-ой-ой. Хороший удар. Все, звучит свисток финальный. Абдышата одерживают домашнюю победу со счетом 1-0.